Очень нравится музыка. Дорогие друзья, расскажите пару слов. Может, Можно я вам эти стулья отодвину, а? Вот эти вот. Почему бы нет? А там не мешают. Отодвиньте, конечно. Да. Это вот такая музыка. Очень. Мне нравится. В двух словах об этой музыке можете сказать? В двух словах. Об этой музыке, да. Об этой музыке. Ну, Лисунов всегда очень любил все необычное. Ага. И когда уже после его ухода была возможность делать выставки, то каждый раз ребята на этих выставках играли. И вот это древнее. Музыка, что называется, из пещеры. Из пещеры, да. Напоминает. Она так созвучна этим фантастическим полотнам, этим странным существам. И я очень благодарна ребятам, что они нашли возможность у нас выступить. Ну что ж, великолепно. Вы можете представиться. Представьтесь, пожалуйста, еще раз. Я Ирина. Вдова художника Лисунова. Большое спасибо. Закончили пока, друзья, съемочку. Хорошо, ребята, конечно, играют. Не хочется заканчивать. Как эти инструменты называются? Вот это диджериду. Диджериду? Да. Ну, это... сразу не выговоришь, если не знаешь. Знаете, это считается одними из древнейших музыкальных инструментов на Земле. Это инструменты аборигенов Австралии. Вот так? Да. Настоящие диджериду делалось из тонкого ствола эвкалипта, прогрызенного термитами. То есть это как бы природа родила эту шаманскую музыку. А эти вибрации, они, кроме всего прочего, еще и целительные. Они очень хорошо влияют на наше энергетическое состояние. Ну что ж, большое спасибо, Ирина. Закончим пока. Это наша Ирина. Это наша музыка, друзья.